Можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь. Ящерица? Вот, не знаю, что тебе нравится, Вань. Ящерица. Ящерица. Можно, ребят? Вань, ты дурак совсем. И поскольку ящерица не устроила маму, Ваня предложил другой вариант. О, хомяк. Но и это желание Татьяна пропустила мимо ушей. Вон, смотри, мышь и глистая. Может быть, пару урнал мышей. Нет, лучше хомяка. Вань, тебя вообще никто не спрашивает.